Привет, меня зовут Даша. Сейчас я нахожусь в Заре и буду для себя снимать видео на тему моды. А конкретнее, сегодня я буду показывать капсульно-базовый гардероб на весну 2019. Почему я его так назвала? Почему я вообще буду это снимать? Капсульный гардероб — это набор вещей на определенные события или период, допустим, там, на зиму или для офиса. Главное, чтобы в нем все вещи между собой сочетались. В базовом гардеробе вещи тоже между собой сочетаются, но там нету трендов и нету ярких вещей. Я сегодня хочу тебе показать по максимуму, поэтому хочу соединить базу и капсулу. Может быть, я не до конца понятно объяснила, но сейчас все увидишь на практике. Так что давай начинать. Вот, собственно говоря, то, что я выбрала, то, что Зара нам на сегодняшний день дала. Я распределила одежду на три части. Это верхняя одежда и жакет, брюки, юбки и платья, топы, джинсы, сумку одну взяла и обувь. Из обуви взяла кеды, лодочки на небольшом каблуке, нюли на небольшом каблуке и босоножки. Расскажу поподробнее. Из верхней одежды кожанка, такая курточка в стиле рубашки вельветовая, бежевая, розовый жакет, из брюк такие льняные широкие карамельного цвета, очень красивого такого пудрово-розового цвета, брюки зауженные к низу с поясом на талии, юбки две, одна плиссированная голубая, другая желтая шелковая, и два платья, одно такое хлопковое длинное на пуговицах впереди, и второе шелковое по фигуре. Из топов я взяла классическую белую рубашку, удлиненную, топ в горошек, тут у меня черная майка обычная, две совершенно простые футболки, черная и белая, и оранжевая футболка с надписью, покажу позже. Две пары джинс, темно-серые графитовые и голубые. Основные вещи я тебе уже показала, поэтому можем начинать. Еще хотела сделать акцент на таком моменте, что этот гардероб рассчитан на более теплое время. Эти образы будут актуальны где-то со середины апреля, весь май и даже, наверное, июнь, который у нас обычно не очень жаркий. Образы я буду базировать на низе, так скажем, на нижней части, на брюках, на юбках, потому что это для меня будет проще всего. И начну я с самого простого варианта, который проще всего комбинировать, это платье. Вот так это платье выглядит на мне. Мне кажется, очень даже хорошо. Тут можно регулировать вырез снизу, сверху также. Оно идет под пояс в цвет. Под него я обула такие лодочки белые. И белая обувь в этом сезоне как раз очень популярна. Теперь разбираемся с верхом. Допустим, кожаная курточка. Мне нравится. И наша единственная сумка на сегодняшний день, но она, мне кажется, универсальная. Теперь с кедами. И кеды, на мое удивление, оказались очень удобные. И такой вариант на самую теплую погоду с босоножками. Каблук суперкомфортный, невысокий, вроде ты на каблуке, а вроде и без. Второй вариант по сочетанию с верхней одеждой — это с вот такой вот курточкой карамельной. Причем я верхнюю одежду не люблю застегивать обычно, но тут мне хочется именно, чтобы она была застегнута и платье выглядело как будто это юбка. Сочетаю я этот образ с белыми лодочками и нашей сумкой. Мне кажется, выглядит стильно. Пробуем с босоножками. С туфлями, конечно, это выглядело, как по мне, логичнее, но босоножки сюда тоже можно надеть. Не забываем о том, что курточку можно всегда просто накинуть на плечи, а сумку взять под низ. Последний вариант комбинации с этим платьем — это розовый жакет, сумка и нюли со змеиным принтом. Довольно смелый лук, но мне нравится. Единственная проблема этих нюли — это вот эта прозрачная полоска, которая удерживает ногу. Без нее, мне кажется, было бы гораздо лучше. С белыми лодочками просто прекрасно. И босоножки в нашем случае сюда тоже подходят. Переходим ко второму и последнему платью на сегодня. Это мое любимое платье из Зары в горох. Я даже такое себе приобрела. Я уже не буду комментировать каждый лук, потому что мне кажется скучным каждый раз говорить тебе, что на мне белые лодочки или мюли, или кеды. Это и так понятно. Я хочу успеть тебе показать как можно больше луков, чтобы тебе не было скучно, поэтому буду сейчас просто переодеваться, показывать тебе и на фон поставлю какую-то приятную музыку.
юбкам. И первую юбку хочу показать такого идеально голубого небесного цвета. Дрессированные юбки, они обычно проблемные, расширяют бедра. Это же вообще нет. Она очень хорошо сидит. Но единственная ее проблема — это то, что она без какой-либо подкладки, через нее просвечивается даже такая тонкая футболка. Поэтому нужно быть осторожной. Такой экспериментальный образ. Хочу попробовать многослойность. Не уверена еще насчет него. Напиши в комментариях, как тебе. В целом, мне пока что нравится. Эксперимента. Конечно, футболку в эту юбку заправить очень сложно, но если так совсем немного ее приподнять. Следующая юбка невероятно красивая, желтая, из атласной ткани. Но, к сожалению, она осталась одна и в абсолютно противоположном моему размере. Поэтому мне приходится ее второй рукой придерживать, чтобы показать тебе, а то она с меня совсем спадет. Камера не очень хорошо передает цвет, но она просто идеально сочетается с этим розовым пиджаком. На сегодня это все, это была первая часть. Я действительно сегодня сняла только платье и юбки. Я очень сильно устала, сейчас иду домой. Давай так, если тебе правда понравилось это видео и ты хочешь продолжение, напиши об этом в комментариях, я обязательно сниму часть про брюки и про джинсы. Мне понравилось это снимать, это было нелегко, но это было интересно. Обязательно подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставь колокольчик, пиши комментарии, ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И пока, я надеюсь, скоро увидимся.